Фронтовик Иван Денисович Красненко получил новую газовую плиту. Волонтеры Молодой гвардии Единой России доставили ее по поручению Владимира Ружицкого. Вместе с активистами ветерана навестила и наша съемочная группа. Плиту надо заменить. Плиту, да? Да. Хорошо. В октябре глава округа вручил Ивану Денисовичу Красненко мобильный телефон с именным сертификатом на бесплатную связь в рамках акции «Мобильные бригады помощи». Во время визита ветеран пожаловался на плохо работающую газовую плиту. Не прошло и месяца, как фронтовик снова принимает подарок. Большое спасибо всем, конечно, что не забывают. Я там, как говорят, один остался. Вот. Но без помощи Иван Денисович не остается. Продукты ему регулярно привозит внук. А вот на кухне фронтовик орудует самостоятельно. С блюдами, которые в первую очередь планирует приготовить на новой плите, уже определился. Борщ, щи и супы разные. Иван Денисович Красненко родился в 1925 году в Воронежской области. В 1943 году был призван на фронт. В 1944 в Прибалтике получил ранение и был контужен. После войны вместе с семьей переехал в Москву, а вскоре поселился в Малаховке. Ни один ветеран Люберецкого округа не остается без внимания. Волонтерский штаб возобновил свою работу, и мы на постоянном контакте с нашими ветеранами. Им зачастую нужна наша помощь больше всего. У нас их не так много осталось, чуть больше 100 человек. Обещанный подарок ветерану доставили волонтеры Молодой гвардии Единой России. В ближайшем времени Иван Денисович сможет готовить любимые блюда на новой плите. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.